Добрый день, дорогие друзья! Карагандинское концертное объединение имени Калибайжанова, симфонический оркестр имени Еркегали Рахмадиева представляют цикл программ «Концерты камерной музыки». И сегодня я с удовольствием представляю коллектив, который был создан более 10 лет назад, струнный квартет «Энджи». Давайте мы познакомимся с нашими чудесными музыкантами. Первая скрипка – Ирина Курманова. Вторая скрипка – Элеонора Максутова. Альт – Жанна Дюсимбаева. Виолончель – Наталья Иванова. Замечательный коллектив, в репертуаре которого много произведений различных жанров. И сегодня они подготовили программу, которая будет включать в себя самые разные произведения. Ну, скажем так, несколько музыкальных страничек. Итак, первая музыкальная страница. Мы открываем ее, и оркестр желает подарить вам прекрасную музыку известного казахского композитора Нургисы Тлендиева. Этого композитора называют Халык Кахарманы, народный герой. Имя Нургисы Тлендиева связано со многими кинофильмами, выпущенными на студии «Казахфильм». Ну, достаточно вспомнить, например, «Эпопею Кызжибек» или приключенческий фильм «Погоня в степи». А мультфильм «Почему у ласточки хвост рожками?» Или, например, замечательный фильм «Меня зовут Кожа». Сегодня музыканты сыграют вам замечательное сказание – раздумья или думы, сказания предков. Итак, мы начинаем. Струнный квартет «Энджи». Нашу программу. Сейчас в этой страничке мы с вами послушаем еще одно произведение казахского композитора Евгения Брусиловского. С именем этого композитора связано развитие профессиональной музыки в Казахстане. Это его перу принадлежат 8 опер, среди которых многие написаны с использованием фольклорной народной музыки. И вот сейчас мы с вами послушаем знаменитую музыку, которая называется, это песня «Дударай». О чем она? Конечно, о любви. Вообще, эта опера – это великий гимн дружбы между двумя народами, между казахами и русскими. Русская девушка Мария полюбила казахского парня.
И она поет ему о своей любви в своей песне «Дударай, кудрявый». «Дудар мой, Дудар, я полюбила тебя, для тебя я рождена, и пою я только для тебя». Переворачиваем эту страницу и погружаемся в совершенно другую атмосферу. Музыка великого Иоганна Себастьяна Баха. Знаете, есть даже такое выражение одного из музыковедов. Кто слушал много музыки, тот говорит, что на свете есть только музыка Баха. Но это его мнение, мы можем с этим не соглашаться, но тем не менее, творения этого композитора поистине гениальны. Они продолжают звучать и сейчас, и мы наслаждаемся этой чарующей музыкой. Сейчас наши очаровательные девушки исполнят для вас одно из популярных творений Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучит его знаменитая ария из оркестровой сюиты. Thank you.
Конечно, когда мы слушаем такую музыку, всегда хочется иметь какую-то паузу, да, тишину, чтобы помолчать и подумать, насладиться этими звуками. Но мы будем продолжать. Мы послушаем сейчас еще одну композицию, очень популярную. Она называется «Салют любви». И многие из вас, наверное, назовут сразу же автора. Конечно, это популярный английский композитор Эдвард Элгар. Музыка, как только раздадутся эти звуки, вы сразу узнаете эти чудесные мелодии. Друзья, мы верим, все, кто нас смотрит, сейчас аплодируют нашим музыкантам, а мы переворачиваем нашу следующую страничку, и я сразу же хочу задать вопрос. Я сейчас называю два имени. Французский композитор Клод Ашиль Дебюсси, ведущий представитель импрессионизма, и популярный композитор Геннадий Гладков. Что может быть между ними общего? Конечно, те, кто сейчас находится в нашей студии, сразу же ответили на этот вопрос. Наверное, в творчестве каждого композитора есть сочинения, которые они писали для детей. Совершенно верно. И именно этим мы и объединяем творчество столь разных композиторов. Например, Дебюсси писал много музыки для своей дочери, его знаменитый «Детский уголок». Или, например, Геннадий Гладков. Ну, разве мы не знаем его знаменитые мультфильмы? И даже вы сейчас вместе со мной перечисляете. Бременские музыканты, по следам бременских музыкантов. А еще составьте этот список сами. А вот музыку, которую сейчас предложат наши музыканты, мы с удовольствием послушаем. Итак, сначала прозвучит «Маленький негритенок». Эту пьесу для своей дочери написал Клод Дебюсси. Thank you.
Кстати, мне хотелось бы добавить, что оба этих произведений наши девушки посвящают всем детям, а также их родителям, потому что сегодня 3 июня, а 2 дня назад был замечательный праздник, Международный день защиты детей. Итак, Геннадий Гладков. Очень веселая песенка. Если вы знаете слова, можете петь вместе с нами. Как львенок и черепаха пели песенку. Я верю, что там, вот, где вы нас смотрите, конечно же, раздались ваши аплодисменты. Музыканты просто наслаждаются той музыкой, которую дарят сегодня вам. Ну, а у нас следующая страница. Мы переворачиваем ее, и можно прочитать. Я называю имена знаменитых музыкантов. Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон. Этот список можно продолжать, и вы сразу скажете: «О, так это же имена знаменитых джазовых музыкантов». Совершенно верно, потому что сейчас прозвучит музыка, которая так и называется «Мы из джаза». Все помнят этот замечательный фильм. Ну, а мелодия называется «Старый рояль». Композитор Марк Минков. Thank you.
кинофильмов продолжается в нашей программе. Может быть, многие из вас видели фильмы Эмира Кустурицы. Может быть и нет. Но музыка, которая там звучит, она не оставляет никого равнодушными. Мы сейчас послушаем фрагмент музыки Горана Бреговича, который писал музыку к этим кинофильмам. Но кроме этого, он сочинял и другие легкие, воздушные танцы. И одно из них вы сейчас услышите, один из этих танцев. Танго. Горан Брегович. Еще один номер в сегодняшней программе. И мне, конечно, хотелось бы представить еще раз наших замечательных музыкантов. Первая скрипка – Ирина Курманова. Вторая скрипка – Элеонора Максутова. Альт – Жанна Дюсимбаева. Виолончель – Наталья Иванова. Я обожаю работать с этими музыкантами. Музыкантами симфонического оркестра. Ну, будем считать, что это вот такое закрытие сезона, да? Которое представляет целый цикл концертов. Может быть, музыканты что-то хотят сказать, пожелать нашим зрителям? Здравствуйте, дорогие наши любимые зрители. Мы так по вам соскучились в это непростое время. Мы очень по вам соскучились. Я надеюсь, что это скоро кончится все, закончится наилучшим образом, и мы снова увидимся с вами в наших залах. И мы правда вас очень любим и ждем. Мы без вас не музыканты. Мы это делаем, работу эту для вас. Спасибо вам большое, ваш любимый зритель. Ну что ж, друзья, конечно, мы увидимся. Мы увидимся на вечерних концертах, мы увидимся на детских программах. Мы увидимся тогда, когда симфонический оркестр будет выезжать в колхозы, в совхозы, в аулы. Мы очень любим работать для людей и дарить прекрасное искусство. Ну, я знаю, что у вас огромный репертуар. Вот даже если папочки мы сейчас полистаем, о, тут много чего интересного есть. Но у нас осталось еще одно произведение, которое сейчас замечательные музыканты подарят вам, наши дорогие и любимые зрители. Thank you.
Я аплодирую за всех зрителей. Спасибо огромное, струнный квартет Энджи. Ну что ж, друзья, мы просто говорим вам до свидания. Мы говорим Басбергэмс, мы вместе, мы пройдем, у нас получится. Не болейте, будьте здоровы. До встречи в концертном зале на новых программах. Следите за рекламой, потому что вас ждут очень интересные концерты. Ну а мы сегодня вам говорим до свидания и до новых встреч.